Бекер Вадим, компания «Простая энергия», проект «Персональный электрический генератор». Название проекта – «Персональный электрический генератор». Проект только стартовал. В настоящий момент проект разрабатывается. Спонсоров пока нет. Суть проекта очень простая. Это батарейка, которой больше не нужна электрическая розетка. Она заряжает сама себя, пока вы ходите, бегаете, просто носите ее в сумке, трясете. То есть любое движение означает выработку электричества. Цель применения самая разнообразная. Мы можем, например, зарядить мобильный телефон, можем зарядить планшет. В общем, любое практически устройство можно зарядить вот от этой замечательной зарядки. На бум-стартере мы планируем где-то собрать в районе 1 000 000 рублей, может быть, 1,5 миллиона рублей, то есть вот в таком разрезе. Я приглашаю всех поддержать мой проект рублем, проголосовать, не просто поставив лайк, но еще и привнеся какую-то небольшую финансовую, так сказать, подоплеку к этому лайку, небольшое пожертвование. Знаю о том, что аудитория бумстартера – это всегда люди, которые, так сказать, на переднем крае технологий. Именно поэтому я в первую очередь прихожу сюда и надеюсь, что, в общем, в конечном итоге я не ошибусь в своем выборе, придя именно на бумстартер. Ну и вам понравится мой проект, поэтому приходите, голосуйте, покупайте и жертвуйте.